Антон из Красноярска интересуется. На прогулке на моего мопса напала чужая овчарка. После нападения мопса пришлось лечить. Можно ли привлечь к ответственности хозяина овчарки? Согласно нормам гражданского законодательства, животные приравнены к вещи, а значит, на них распространяются общие правила имущественных отношений. В такой ситуации, если собака маленькая, которую покусали, в состоянии пережить еще какое-то время и не требует острой медицинской помощи, необходимо установить хозяина. Для этого необходимо вызвать на место происшествия полицию и зафиксировать обстановку посредством фото, видеофиксации и установить свидетелей, если таковые имеются, взять их номера телефонов для последующего разбирательства. Если хозяин находится на месте собаки и он известен, то претензии последующие предъявляются к нему. Если установлено будет, что собака бездомная, то претензии будут предъявляться к муниципалитету. Ольга из Бородино спрашивает. Купила породистого котенка у заводчика, а через месяц выяснилось, что у питомца серьезное заболевание. Ему нужно дорогое и долгое лечение. Кто в таком случае должен оплачивать лечение и можно ли обменять кота на здорового? Животные и растения не подлежат возврату. Поэтому в случае, когда котик не понравился по цвету шерсти, либо по поведению, либо еще по какой-то причине, кроме медицинской, вернуть его будет нельзя. Однако, если выяснилось, что кот болеет, то у хозяйки котика есть два варианта развития событий. Первый – это обратиться также с претензией к заводчику и обязать его оплатить лечение необходимое котика, либо возвратить котика вообще, чтобы получить взамен другого надлежащего качества, поскольку к животным распространяются правила вечные. Надлежащего качества значит здоровым.